Тема 867. Покраска травы. Американцы в очередной раз доказывают, что они самые предприимчивые люди на планете. Они могут делать деньги на чем угодно. В Калифорнии популярность приобретает бизнес по покраске травы в зеленый цвет, естественно. Дело в том, что этот благодатный край уже несколько лет страдает от продолжительных засух, и придомовые газоны добропорядочных американцев превратились в жалкое зрелище. И перед соседями стыдно, и самому неприятно. При этом поливать газон нельзя. В связи с засухой власти штата запрещают использовать воду для полива травы. Штраф – $500. Приходится либо мириться с убогостью обстановки, либо искать выход. И такой выход есть в виде существующих в Калифорнии фирм, которые специализируются на покраске травы в свежий зеленый цвет, да такой, что от натурального не отличишь. Приедут, покрасят, в среднем, за $175, и можно целых 3 месяцев любоваться зеленью под окном. Конечно, эти услуги появились не вдруг. В Америке и раньше существовала покраска полей для гольфа, чтобы белый мяч красиво смотрелся на зеленом фоне, а также красились газоны тех домов, которые хотелось побыстрее или подороже продать. Но именно в связи с засухой такая услуга получила массовый характер и позволила появиться новым предпринимателям. Так что даже во время засухи можно зарабатывать деньги. Как это можно применить к нашим условиям? У нас покраской травы вряд ли кто будет заморачиваться, а может и будут. Из числа тех, кто всегда хочет чем-то выделиться. Но вот привести в порядок дом, чтобы лучше его продать, это вариант. Или раскрасить фасад магазина так, чтобы увеличить его продажи, тоже неплохой вариант, особенно сейчас, когда местная торговля испытывает большие трудности.